Современные школьники, хочу вас спросить, как вам сегодня преподают причины поражения России в Первой мировой войне? Потому что я пошел в школу в 1994 году. Соответственно, тогда система образования еще оставалась советская, потому что образование, как и вообще любая бюрократия, это очень такая инертная, медлительная и заторможенная система, ее нельзя так моментально за 2-3 года перестроить. И понятное дело, что большую часть 90-х годов в России еще продолжала существовать старая советская система образования. Многие учебники были в основном копипастом советских учебников, ну, может быть, там оттуда только убирали культ личности Ленина и коммунизма, и все. Хотя я помню, мой букварь в первом классе все-таки содержал портрет Ленина на форзаце и цитаты из его творчества. Так вот, в мои годы, в 90-е, нам объясняли одну из важнейших причин поражения России в Первой мировой – это объявление революционерами о том, что мы начинаем делить землю. Они объявили, что пустили слух на фронт, что там, в основной части страны, начали раздавать землю, начали делить помещичьи, там, какие-то духовные угодья. И, соответственно, когда солдаты об этом узнали, то у них резко упала мотивация воевать, и им захотелось сбежать назад домой, чтобы успеть получить самый лучший кусок земли. Это прям было написано в учебнике истории в 90-е годы, и, ну, если логически мыслить, то, думаю, только глупец будет спорить с тем, что это был один из решающих факторов поражения России в войне. То есть агитация большевиков и вот этот слух о том, что началась дележка земли. Как сегодня учебники истории объясняют поражение России в Первой мировой? Упоминают ли они именно этот фактор, как один из важнейших? Или о нем вообще нет ни слова? Расскажите, пожалуйста, вы сегодня учитесь в школе, мне интересно. Напишите в комментарии. Спасибо.